Эй! Эй, ты! Хорошо, куда? Кто сказал тебе это? Я даже не знал об этом. Знаю, где его так отделали. Он слушал не тех людей. Я тоже так считаю. Где-то ты слышал. И заговорил Аданас со своими братьями. Никогда больше не должны выступать на мою землю. У меня собственное мнение на этот счет. Где ты это услышал? Покажи. Этого я тебе сказать не могу. Эй, ты, что тебе здесь нужно? Проваливай отсюда. Тебе что, нечего делать? Покажи. Я пришел. Ох, этот Рамирес, тот еще подлец. Это зависит от того, что ты хочешь. И это правда. Хорошо, поступим так. Ты платишь мне 250 золотых монет. Если ты уж такой подозрительный, давай договоримся так. Он не заслужил этого. Я тоже так считаю. Заслужил этого. Понятия не имею, скажи мне. Не нужно верить всему, что говорят. Тебе... Да, эй, ты не такой тупой, как кажешься. Тем, что
доволен всеми существами в равной степени. Я не верю в это. Ничего не изменится. И почему это меня не удивляет? Какая беспечность. Убирайся отсюда! Да, проваливай отсюда! Он думает, это так просто. Это было всегда очевидно. Ему стоило подумать. Убирайся отсюда. Да, убирайся. Никто ничего не хочет знать. Умный мальчик. Он выслушал из тебя людей. Он сам так решил. Убирайся отсюда. Да, убирайся. Я лучше не буду вмешиваться. Умный мальчик. Он не заслужил ответа. Эй, ты. Что тебе здесь, здесь нужно? Уходи. Умный мальчик. Это правда. Мне и так хватает проблем. Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. Эй, ты! Что тебе здесь нужно? Эй, ты! Что тебе здесь нужно? Эй, ты! Что тебе здесь нужно? Эй, ты! Я ничему верить. Ты хорошо. Я не верю, что это что-то изменит. Я бы сделал это по-другому. Thank you.
Убирайся! Я могу показать 150. Хорошо. Вот золото. Отлично. Научи вскрыть для некогда, если ночь. Начнем заново. Начнем заново. Начнем заново. Начнем заново. Начнем заново. Начнем заново.
начнем заново. Начнем заново. Здесь бы пригодилась отмычка. Начнем заново. Начнем заново. Начнем заново. Попросил Иноса оставить часть своей силы в этом мире, чтобы он мог вернуть ее человеку. Эй! Ты мог... Если... Аданос понял, что так не будет существовать ничего. Thank you.
Начнем заново. Начнем заново. Невозможно. Эй, ты! Мне удалось... Это невозможно. Поздравляю. Я принял. Правда? Вот, возьми это в мое особое пиво. У меня собственное мнение. Знаешь, кому верить? Кто ты?
должен делать. И это правда. Я что-то слышал. Пришел. Я думаю... Мой лук! В темной дыре. Надеюсь, у тебя не возникло... Нет, мне приходи... Ну все. Я разорву тебя на куски. Сейчас ты получишь. Это опять ты? Вот мы и снова встретились. Хотя, на мой взгляд, ты выбрал не совсем подходящее для этого время. А разве мы знакомы? Вижу, что ты меня хорошенько запомнил. Кажется, у тебя неприятности с ополчением. У меня? Может быть, мне показалось, но похоже, ты то... Думаю, у тебя из-за... Ты ошибаешься, друг мой. У меня... Ведь для этого нужны... А что насчет меня? Значит, тем хуже для тебя. Ты выбрал не самое лучшее. Хотя я тебя не виню, скорее всего, ты здесь оказ... Ты мне угрожаешь? Нет, что ты. Действие... Пойми меня правильно, я не имею... Просто своим появлением здесь... Постой, давай... Может, мы все-таки сможем мирно... Может быть... Может, ты мне и будешь полезен. К чему ты ведешь? Возможно, мне бы пригодилась помощь такого человека, как ты. Насколько я понял, ты вроде парень ничего. Поэтому, думаю, у меня есть к тебе одно предложение. И в чем оно заключается? Для начала, позволь мне тебе кое-что объяснить. Думаю, ты уже наверняка догадываешься, что я не совсем обычный человек. Это ты верно подметил. Простым парнем тебя трудно назвать. Мое настоящее ремесло также нельзя назвать обычным занятием. Мое настоящее занятие заключается в том, что я... Мое настоящее имя — Асмал. Может быть, это тебе о чем... Может, это и к лучшему для тебя. Пойми правильно, мне не доставляет удовольствия убивать людей. В конце концов, тот, кого я сейчас убил, был всего лишь продажным аппаратом. Думаю, от его смерти этот... Кстати, именно ты подписал этому бедняге смертный приговор. Правда, сейчас это уже не имеет ни... Скажу честно, конечно, мне был бы... И тем самым... Что ты имеешь в виду? Я предлагаю тебе... Одним из вас? Да, и присоединиться к нашему тайному... Примешь ли ты мое предложение? Итак... Хорошо, я с вами. Я знал, что ты сделал правильный выбор, иначе... И что теперь? Теперь ты... Скажу тебе, нам... Ты еще должен доказать, что способен не... Надеюсь... Я понимаю. И еще кое-что. Поэтому лучше пока отсидеться, если будешь вновь искать... Хорошо. А что это на тебе за доспехи? А сам-то, как думаешь, такие, да? Вот теперь. Есть для меня работа? Да, есть. Я хочу, чтобы ты позаботился об одном человеке по имени... Его надо убить? Да, этот парень слишком много треплет языком о тех вещах,
И, естественно, кое-кому это не очень нравится. Постарайся, а как уладишь это дело... Прекрати! Прекрати! Да, проваливай отсюда! Сейчас ты получишь. Подожди минутку. Я Герион. По крайней мере, у тебя есть золото с собой. Пожалуй, я заберу твое оружие.
меня собственное мнение на этот счет. Так может продолжаться вечность. Нет ничего нового. Тебе должно быть жаль. Не говори, что ты не знал. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Инос все только Инос знает, что правильно, что... Понятия не имею. Скажи мне. Золота нет. Сейчас ты получишь. Даже и не пытайся. Спасибо за золото, герой. Подожди минутку. Я Седрик, мастер.
Что тебе здесь надо, а? Прочь, лорд Андре, узнай! Да, убирайся отсюда. Эй, ты не такой тупой, как кажется. Да, проваливай отсюда. Да, проваливай отсюда. Убирайся отсюда! В чем дело?
Тебе нечего стеснять. А теперь убирайся. Хорошо. Тебе нечего здесь делать. В чем дело? Что тебе там было нужно? Что тебе здесь надо, а? Неинтересно. Умный мальчик.
тебе здесь нужно? Что тебе здесь надо, а? Эй, ты! Что тебе здесь нужно? Эй, ты! Что тебе здесь... Умный мальчик. Я это уже знал. Начнем заново. Начнем заново. Что тебе здесь нужно? Уходи! Что тебе здесь нужно? Уходи! Умный мальчик. Что тебе здесь нужно? Уходи! Что тебе здесь нужно? Умный мальчик. Что тебе здесь нужно? Уходи! Видишь, это было не так уж сложно.